11.05 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». И сегодня в студии Анна Лапшина. Добрый день. И Светлана Занько. Всем добрый день. Я Аня с премьерой. В четверги. И у нас сегодня, конечно же, две темы, два часа. И сразу давай анонсируем вторую тему. Мы будем говорить сегодня с Владимиром Шабардиным, детским омбудсменом, о том, как увлекают подростков в сомнительный сбор благотворительных средств на улицах нашего города. Прямо сейчас проходит круглый стол в библиотеке имени Пушкина, где собрались наши крупнейшие региональные благотворительные фонды, которые подписывают документ о декларацию, присоединяются к декларации федеральной, да, о несборе денежных средств на улицах. Почему это сейчас происходит, мы поясним после 12. Ну а в первом нашем часе у нас уже два гостя. Дмитрий Донсков, член Общественной палаты России, руководитель штаба позитивных изменений Вятского госуниверситета. Добрый день. Здравствуйте. Да, и Андрей Усенко, также член Общественной палаты России, член Общественной палаты Кировской области, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Добрый, коллеги. Ну и, собственно говоря, как вы, наверное, догадываетесь, говорить мы будем о старте работы шестого созыва Общественной палаты России, в которой... По счастливой случайности, не случайности, да, по... Я думаю, по счастливой закономерности. По счастливой закономерности, да, оказались сразу два человека из Кирова. Ну, надо сказать, что впервые, наверное, в эфире, впервые вообще в СМИ два наших представителя Общественной палаты Российской Федерации собираются вместе. Естественно, мы их пригласили по горячим следам, потому что прошло первое пленарное заседание шестого состава Общественной палаты Российской Федерации. Вот буквально наши представители приехали, и там прошел ряд очень важных мероприятий, и сделан был ряд очень важных заявлений, которые повлияют, как мне кажется, мне как члену Общественной палаты Кировской области, кажется, повлияют в значительной степени на дальнейшую работу всех региональных общественных палат. По крайней мере, заявление, которое сделал Валерий Фадеев, новый секретарь Общественной палаты Российской Федерации, об этом свидетельствует. Вот сейчас мне бы хотелось, чтобы вы, коллеги, поделились своими впечатлениями, действительно ли это так, и какие акценты были расставлены на тех мероприятиях, которые на текущей неделе прошли в Москве. Начнем со старейшего представителя Общественной палаты Андрея Леонидовича, а потом уже Дмитрию Валерьевичу передадим слово. Ну, давайте сначала мои стереотипные впечатления, а потом Дмитрия новые. Наверное, надо начать с того, что состав палаты обновился на 65%. Очень серьезное обновление и региональных представителей, и президентского списка, и интересными были результаты вот того голосования по 43 представителям некоммерческих организаций, которое состоялось, потому что не попали некоторые персонали, которые там считалось, что гарантированно попадут. Фавориты, да? Фавориты, да. Попали те люди, которые, может быть, не так, вообще неизвестны на федеральном уровне, но, в общем, как бы голосование состоялось, состав палаты сформирован, осталось одно вакантное место от Севастополя, но я думаю, что оно будет заполнено, и палата, собственно говоря, там начала свою работу в этот понедельник, с первого пленарного заседания. А, прости, пожалуйста, я внедрюсь здесь. А почему, вы думаете, такое голосование нетипично прошло? Почему фавориты не прошли, а неизвестные вдруг вырвались вперед? Мне, вот честно говоря, сложно сказать, потому что, может быть, как раз из-за того, что, собственно говоря, и первые две части палаты были серьезно обновлены. И фавориты, казавшиеся таковыми для тех, кто с ними работал на протяжении ряда лет, новым людям были неизвестны, и они голосовали, исходя не из каких-то там личностных или личных знакомств и знаний, а исходя из представления о деятельности кандидатов, которая, собственно говоря, там сопровождала голосование. Да? Потому что президентский состав обновился практически на две трети, состав региональный достаточно серьезно обновленный. Люди, ну, скорее всего, произошло то, что для меня, может быть, считавшиеся там фаворитами, люди, с которыми я там сталкивался в предыдущем составе и работал, да, их не знали. Пришли новые люди. Они голосовали, исходя из того, что они, собственно говоря, читали, а не из того бэкграунда, который там кандидатов сопровождал. Но это хорошо. Я всегда говорил, что Общественная палата — это тот орган, та структура, в которой чем...
Ну, чем больше ротация, тем до определенного предела лучше. То есть понятно, что нельзя менять на 100%, потому что какая-то преемственность должна быть. Но и ротация в пределах там, 20-30% это плохо. Потому что общественная палата – это общественная деятельность. Во-первых, через некоторое время начинает иссякать энтузиазм. И нужно это обновление, нужна там, что называется, свежая кровь. А во-вторых, общественная палата, что региональная, что общественная – это хорошая школа. Хорошая школа, через которую чем больше людей и активистов проходит, тем лучше. Набрался опыта, пошел дальше. Вот это хороший момент, чтобы переключиться на Дмитрия Донского, потому что он-то как раз от НКО, насколько я понимаю, избирался. И у вас, Дмитрий, ведь это первый опыт в Общественной палате Российской Федерации, да? Да, совершенно верно. Вообще в любой общественной палате. Как это вообще все произошло? Расскажите. Как вас угораздило? Да. Ну, несколько лет назад мы с коллегами, с друзьями-предпринимателями создали некоммерческое партнерство «Мегацель. Лучший город». На первом этапе собралось порядка 800 человек, обсуждавших эту идею. Идею создания лучшего города Земли в Чебоксарах. То есть она так звучит, конечно, может быть, дико. Тогда вы там дислоцировались, там жили. Да, у меня семья сейчас там находится. Да. То есть вот мы создали такое партнерство, поставили себе ряд таких амбициозных целей. Ну и сделали несколько локальных действий, в том числе в Центральном парке культуры и отдыха Лакреевский лес поставили бесплатную детскую площадку, которой доселе не было. То есть собрали всем миром деньги. Вот, ну и провели еще там целый ряд акций. И, в общем-то, когда начался вот процесс обновления общественной палаты, мне как-то предложили попробовать себя туда предложить. Я долго сомневался, честно говоря, за несколько дней все-таки решился, собрал документы, помню программу, значит, дописывал в день рождения тестя там, за 5 минут. То есть и подправил уже там, в 00 часов. Да? Вот, и как-то решил, что пусть будет, что будет. Ну, так вот. Вот нашим слушателям сейчас непонятно, как этот человек из Чувашии вдруг попал в Общественную палату Российской Федерации от Кировской области. Вы, Дмитрий, как-то... Очень мало себя. Благо наши слушатели с вами уже знакомы. И благодаря программам Урбана, благодаря программам про наш опорный вуз, они вас знают. Вы, наверное, на это делаете скидку. Однако давайте чуть-чуть все-таки скажем. Коллеги, я помогу Дмитрию. Мне очень понравилось, как он представлялся, собственно говоря, в Общественной палате, когда мы все знакомились. Его спрашивали, так вы от Кировской области или от Чувашии? Или от Чувашии. Говорит, я в Общественной палате от Поволжья. На самом деле. Я, кстати, еще завершу мысль. То есть, смотрите, в нашей логике партнерства «Мегацель. Лучший город» есть такая цель, да, то, чтобы вообще каждый город в стране, он считал себя лучшим, да, поскольку большинство людей, проживающих в городах, они из своих городов уезжать не хотят. Соответственно, и в каком-то смысле слова, вот эта небольшая некоммерческая организация, она вообще-то видит свою такую, миссию, наверное, да, то есть вот это добрые какие-то эти начала, распространить везде. Ну и, кстати, в Кирове тоже у нас создалось сообщество. И я, кстати, прежде чем выдвигаться, я специально приехал в Киров, и мы встречались с сообществом «Киров лучший». Да? Есть такое сообщество, которое хочет сделать из Кирова лучший город Земли. Да? Пока лучший город страны. И я тоже просил у них согласование, там, разрешение. Имели я право говорить о том, что я и от Кирова в том числе. Они мне дали такое добро. Поэтому я в этом смысле выдвигался от двух городов. Здесь нет никакого... Мы напомним нашим слушателям, что в 2000-х Дмитрий Донского занимал должность федерального инспектора по Чувашии, аппарату полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО. Он, кроме всего прочего, является учредителем, основателем штаба позитивных изменений Вятского государственного университета, который мы, собственно, образовали прямо здесь, в этой студии. Прошлой весной Дмитрий предложил, заявил. Предложил все-таки ректор Валентин Николаевич. Это его нейминг, отлично, я уже просто, я просто не очень помню, но помню, что именно здесь это происходило, и мы здесь об этом сделали заявление. И, в общем, благодаря в том числе и этому штабу, три проекта крупных социальных, инфраструктурных возникли в городе в Кирове и сейчас реализуются. Это квартал 119, который реализует опорный вуз, 30
30 скверов, которые реализует общественная палата Кировской области совместно с городской думой. И проект, который сейчас двигается с трудом, но все-таки губернатор о нем, врел губернатор о нем говорил, это ленточные парки города Кирова, судьба, расчистка и благоустройство малых рек города. Это все благодаря, в том числе, Дмитрию Донскову и штабу позитивных изменений Вятского государственного университета. Так, вот такая справка, краткая историческая. Сейчас уйдем на минуту на перерыв, после чего продолжим с нашими гостями. Дмитрий Донсков, Андрей Усенко, члены Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области в студии нашей радиостанции. Анна Лапшина и Светлана Занькова у микрофонов. И тут в перерыве нам наши коллеги сказали, что в Общественной палате Российской Федерации группировка складывается. Что вы имели в виду, такая сильная? О чем вы говорили? Ну, не знаю, диаспора или что, как это назвать, mm-hmm. кировская там... Коллектив. Да, ну, группа, да, группировка вообще, людей... скажем так, неравнодушных и даже заинтересованных в развитии Кировской области, в общественной палате несколько. И в этом смысле мы, наверное, от многих регионов отличаемся. То есть помимо того, что там мы с Дмитрием, заместителем секретаря палаты избран Александр Сергеевич Точенов. Он, если я правильно помню, там член совета директоров фабрики «Весна», но его, в общем, с Кировской областью связывают давние знакомства, отношения. Он здесь регулярно бывает и к нашему региону испытывает очень добрые, теплые чувства. И, собственно говоря, там человек в руководстве общественной палаты у нас тоже есть. Нельзя, ну, там, надо сказать про Владислава Гриба, который сейчас возглавляет комиссию по общественному контролю, который помогал нам разрабатывать наш региональный закон об общественном контроле, который тоже там к Кировской области очень неравнодушен. Был здесь, в этой студии? Был здесь, ну, и в регионе был неоднократно, и собирается приехать еще этим летом, мы предварительно договаривались. То есть у нас таких людей, которые там в той или иной, в том или ином формате представляют интересы Кировской области, ну, там, хорошая такая группировка, поэтому мы искренне надеемся, что те цели и задачи, которые мы с Дмитрием обсуждали, и все вместе, вот совместными усилиями мы будем, собственно говоря, там решать. Вот и сейчас закономерно, что мы перейдем к этим целям, задачам. Пожалуйста, заявите вашу программу действий, которую вы обсудили и представили в общественной палате. Что конкретно для Кировской области вы хотите сделать? Дмитрий, не только для Кировской области, наверное, вообще ведь, да, это... Какие-то глобальные инициативы могут быть? Ну, программа работы общественной палаты, она сейчас формируется в некий такой календарный план. Да? То есть мы сейчас в стадии разработки этих предложений. Ну, очевидно, что мы хотим, ну, про себя скажу, да, мы, конечно, хотим привлечь внимание и дополнительный, может быть, какой-то ресурс общественный к нашим проектам, которые на территории развиваются. Это и проект, значит, и квартал 119, и Киров лучший, в который сейчас разрабатывает такой портал, который будет принимать не только и не столько деньги, сколько время людей. Да? То есть время людей, которые они готовы вложить в развитие территории. Да? Вы помните, может быть, эту историю про 8 часов в год. Да? Вот. То есть мы сейчас разрабатываем такое, в общем-то, удобное, значит, удобное приложение по типу Uber, да, с тем, чтобы можно было... Значит, это волонтерская деятельность, да, благотворительно-волонтерская деятельность на благо города. Ее вот сложно определить как-то, да, то есть она такая вот... Ну, не хочется штампы навешивать. Да, не хочется навешивать, но это... кроме этого, ну, я правильно понимаю, нравится... Дмитрий, просто пояснить, что будет такой сайт, где будут размещены разные проекты, можно будет сообщать, где что происходит, и любой человек, который проживает в Кирове или здесь находится, может зайти и там написать, я готов поучаствовать. И подключиться. И ну, грубо так, то есть для начала определим точки, в которые в городе, да, важные, в которых можно, можно поучаствовать временем, да, ну, например, ленточные парки, да, то есть эти точки, да, они должны быть согласованы с администрацией. Администрация нам благоволит, да, то есть ей эта вся идея нравится, да, соответственно, вот нужно придумать такой интерфейс, да, как вот общественную энергию, да, вложить в нужное место, да, вот мы сейчас это одна из задач, которая полностью отражает, в общем-то, установку нового секретаря на формирование позитивной повестки. Понятные людям, да, и создание глобальных таких вот хороших проектов. Мне очень приятно, что на самом деле вот эта инициатива, она именно развилась именно в Кирове, да, то есть вот группа в опорном университете работает над этим, и активные горожане из Кирова лучше. Мне лично очень нравится проект значит, речной,
да, связан с Малые реки. Да, я считаю, это вообще огонь проект. Да, и я вот в городах, где часто бываю, например, в Ульяновске, в Чебоксарах, я ничего подобного не вижу, и в Мариэл, да. И мне кажется, это вообще супер инициатива. И как раз ну, вот эти набережные необихоженные, они довольно-таки большие, это десятки километров, да. То есть, в общем, есть куда приложить силы, да. Ну, я тогда анонсирую эффект нашим слушателям, что 29 числа будет экологический форум НФ, где планирует как раз группа активистов представить и обсудить этот вопрос. Я надеюсь, что администрация, правительство кировское тоже поучаствует, потому что Алла Викторовна Албегова этот проект двигает лично. Да, ну я считаю, наверное, можно много сейчас о каких-то там своих идеях говорить, да, но скажу за принцип. Да? Я думаю, что мы должны поддерживать вот яркие уже существующие инициативы, те, что имеют большой эффект и для региона, и для страны. И именно на них базироваться, значит, ну, формируя повестку собственной работы и предложения в центр. И, наверное, вот завершу. Да. Мне кажется, у Кировской области здесь вообще очень большой потенциал, потому что вот здесь палата, она такая сильная. Здесь палата сильная, здесь действительно искренне такие собрались общественники, потому что прозвучала мысль, что палаты разнородные, да, и во многих случаях они формировались, ну, чуть ли не прямым там указанием региональной власти, да. Здесь это не так, да, и здесь вот целый ряд ярких инициатив, которые развиваются уже годы, да. И я считаю, что вот эта общественная энергия, она здесь, ну, как сказать, на пороге монетизации, может быть, да, то есть на пороге каких-то изменений качества. Которые города можно будет уже пощупать, увидеть, да, и оценить. Да, в ближайшие годы. Но это то, о чем говорил Андрей Леонидович на протяжении последних нескольких лет. Я помню, что в прошлом году многократно он пенял нам, член общественной палаты, что нужно, ребята, брать проект вот каждому по проекту, реализовывать. Возьмите каждый по проекту, понятному, который вот сейчас Фадеев заявляет об этом, и реализуйте. Что, Андрей Леонидович, сейчас вы видите больше возможностей так движения в эту сторону? Вижу больше возможностей и вижу больше, собственно говоря, там обязательств с этим возникающих, потому что, ну, разобью там тему Дмитрия, который сказал, да, я думаю, что наша с ним задача и задача тех людей, которые в общественной палате работают, если говорить в части представления интересов своих регионов, да, это такое двухстороннее, что называется, движение. Первое – это привлечение различных ресурсов сюда, в регион, начиная с там различных грантовых, там, проектных, еще каких-то, да, там, лучших практик. То есть все, что можно хорошее взять на федеральном уровне и привлечь в регион, это надо делать. И подъем региональных проектов до федерального уровня. И с точки зрения их позиционирования, и с точки зрения наполнения их ресурсами, и с точки зрения их тиражирования. То есть вот это одна, такая, наверное, одна из самых серьезных задач, вот это вот там сверху тащить сюда и снизу поднимать туда, там, наверх вот это все. Это, ну, это если говорить об интересах региона. Да. Если говорить о деятельности в общественной палате в целом, то, ну, ссылались сегодня уже на, собственно говоря, там, серьезные изменения позиции, да, и давайте, наверное, может быть, о них уже скажем, потому давайте. Что Фадеев действительно сказал о том, что одна из основных задач общественной палаты шестого состава – это усиление региональных общественных палат. Ну, давайте там такой термин используем, там будем его правильно понимать. То есть усиление с точки зрения их авторитета, их полномочий, их независимости. И в этом смысле как бы переносится определенный акцент. Вы знаете, там Бричалов, секретарь пятого состава, да, к нам тоже неоднократно приезжал. У него была несколько иная позиция. Он делал ставку на так называемых лидеров общественного мнения. То есть он по регионам вытаскивал персоналии и, собственно говоря, работал с ними, работал с конкретными людьми. Это, собственно говоря, там, ну, не буду давать там оценки, хорошо или плохо, ну, да, свою это работу выполнил. Он свою работу сделал, он статус там и ресурсы общественной палаты. Эти люди должны были появиться. Они появились, они пришли в общественные палаты и в различные структуры, вплоть до органов власти, да, потому что там, например, 4 члена общественной палаты пятого состава стали депутатами Государственной Думы. И сейчас там уже представляют наши интересы. Но Фадеев переносит акцент на вот такую системную работу с региональными палатами, собираясь их поднимать. Об этом он заявил, собственно говоря, и на встрече с президентом, которая состоялась там на второй день после пленарного заседания. Президент это поддержал. Я думаю, что сейчас будет, собственно говоря, обсуждаться то, каким образом это делать. Речь шла и о необходимости там достаточного финансирования там работы аппарата. Речь шла и о принципах формирования, хотя совершенно недавно был принят закон о региональных там
там палатах, да, но Фадеев уже поднял вопрос о принципах формирования, и, наверное, это надо делать, потому что мы в свое время говорили, что для Кировской области, например, там модельный закон о региональных палатах – это шаг назад, потому что мы отстояли там другие квоты, а региональный, федеральный закон нам навязал эти трети, да, хотя это у нас была половина НКО. Это мы сейчас говорим про то, что в общественную палату у нас включены в том числе кандидаты, там, да, претенденты. Представители, да. Представители, да, от законодательного собрания. Да, то есть, если мы имели с вами там и на данный момент, например, состав палаты регионально работает по квотам четверть, четверть, половина, да, четверть от губернатора, четверть от заксобраний, половина от некоммерческих организаций, то федеральный закон нам навязал модель, по которой третий. И получается, что две трети от органов власти, треть от НКО. То есть для нас был шаг назад. Мы с Бричалом об этом разговаривали в свое время, но он сказал, ну, это для вас шаг назад, а для большинства палат это шаг вперед, потому что были палаты, где полностью формировались там представителями губернатора или исполнительной власти. Поэтому вот это одно из направлений, которое мы хорошо знаем, и Дмитрий, да, его понимает. И я думаю, что здесь мы там, ну, свою позицию выскажем и через там тех людей, о которых мы говорили, потому что Александр Сергеевич Точенов не только там заместитель Фадеева, но и правая рука такая его, по сути дела, да, там, при, ну, такой близкий ему человек. Мы эту идеологию, потому что мы-то через нее прошли уже, да, мы будем ее доносить. Я думаю, что нам с Дмитрием, наверное, надо с точки зрения конкретизации еще деятельности там назвать комиссии, в которые мы вошли. Давайте. Потому что в составе общественной палаты работает 19 комиссий в этом созыве. Были там споры по поводу их там, названий, полномочий, компетенций, но споры закончились, люди определились, и еще раз говорю, да, мы благодаря тому, что там нас как минимум двое, мы 6 комиссий охватили уже, плюс у нас там... Еще резерв. И еще свои люди где-нибудь. Можно добрать. Поэтому я назову комиссии, в которые я вошел. Комиссия с правом решающего голоса – это комиссия по экономическому развитию в сфере услуг потребительскому рынку. И комиссии с правом совещательного голоса – это комиссия по развитию средств массовой информации, информационного общества и массовых коммуникаций. И комиссия по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. Те темы, которые я там здесь занимался. Вот три комиссии, собственно говоря, там для слушателей, для заинтересованных, неравнодушных и активных людей предлагаю там, собственно говоря, вот по этим темам совершенно там смело ко мне обращаться, потому что это те темы, в которых я буду постоянно погружен в работе общественной палаты. Каким образом к вам обращаться? Мой телефон не является секретом с тех пор, как его в свое время озвучили там для информации по выборам. Здесь же. Поэтому 461-555. Прямой мой номер, совершенно спокойно там звоните, пишите, обращайтесь. Дмитрий, а вы в каких комиссиях? Я вот вчера вечером окончательно принял решение по поводу комиссии, где буду работать с правом решающего голоса. Да, это будет комиссия по благотворительности, гражданскому просвещению, социальной ответственности. Возглавляет ее протоиерей, отец Александр Ткаченко. Вот, надеюсь, как-нибудь побывает он у нас в гостях тоже. Я не сомневаюсь, да. Угу. Очень интересный, сильный человек. Поднял тему создания детских хосписов. Угу. Да, и, видимо, она, когда только произносит это, мурашки по коже, да, то есть люди, многие как-то так, ну, сторонились этой темы. Ну, я, в общем-то, меня тоже это поначалу немножко смущало, но я пошел навстречу своему страху, вот, и, потому что тема действительно актуальная, да, то есть нам надо продвигать, в общем-то, такую, ну, массовую, что ли, благотворительность, потому что часто очень в регионах считается, что этим должны заниматься крупные предприятия, да, то есть такая корпоративная такая филантропия, что ли, да, то есть то, что это участие может быть совсем незначительным, также там, небольшими деньгами или там временем даже, да. Да. Вот. И с правом совещательного голоса я вступаю в комиссию по образованию и науке. Значит, логично. Представитель, да, опорного вуза. Да, угу, совершенно верно. И комиссию по культуре. Ну, я так понимаю, мы не ограничены в количестве комиссий, да? То есть еще, наверное, будет несколько комиссий. Значит, что касается комиссии по культуре, в Фейсбуке вы писали, демонстрируя фотографию с Хатиненко, что о чем-то вы договорились.
Мы договорились о показе фильма «Наследники» в Кировской области. Будет открытый показ, его организуют. Хотиненко приедет? Хотиненко приедет. Это будет Вятский государственный университет организует такой показ. Когда? Сейчас согласуем даты. Ну, я думаю, в ближайшее время. То есть у нас же будет марафон культурных событий этой осенью. О! 15 лет культурной столицы. Об этом попозже. Да, поэтому... Об этом попозже. Сейчас прервемся на 2-минутную рекламу, после чего снова в студии с нашими гостями Дмитрием Донсковым и Андреем Усенко, членами Общественной палаты Российской Федерации. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь студия Анна Лапшина и Светлана Занько. И сегодняшняя тема первого часа Общественная палата Российской Федерации 6-го созыва приступила к работе. Мы говорим о том, что происходит с Дмитрием Донсковым и Андреем Усенко, членами Общественной палаты Российской Федерации. Ань, вот я не знаю, как ты, тебе, так? А мне очень интересно. Андрей Леонидович сказал, что обсуждался вопрос финансирования общественных палат. Вопрос денег, он всегда интересен. А я вспомнила, всегда. Как на днях, когда была комиссия по экологии в нашей Общественной палате, здесь в комиссию в эту я вхожу. Очередное предложение от коллег из Нижнего Новгорода поехать поучиться. Они там обсуждают очень важный вопрос, который нужно обязательно стопорировать на Кировскую область тоже. Мы этим должны будем заниматься. А то они уже знают как. Но денег нет на то, чтобы обеспечить машину. И нужно скидываться или ехать за свой счет. И так каждый раз. Неважно, что там форум в Казани, в Чебоксарах, в Ульяновске и так далее. На Общественную палату денег нет. Кто-то едет? То есть, понимаешь, за свои. Там бумаги, которые мы раньше распечатали, повестка дня сейчас в электронном виде, с двух сторон, если только одну бумажку выдадут, карандаши в этих самых в стаканчиках поубавилось заметно. Вот это вот все. И при этом там мы понимаем, что... Я лично понимаю, что в очень важные командировки, которые должны обеспечивать правительство, должны вот летать представители правительства Кировской области, они уже летают не на Победе, не за 2500 билет, явно, ты понимаешь? А мы знаем, сколько стоит билет сейчас до Москвы и обратно, например, да, от... Чего там? 8, наверное, тысяч? Ну, от шести туда-обратно? Туда-обратно? Почему? В одну сторону. Вот можно 4,5, я знаю, там говорили. Не купить. Так что с финансированием Общественной палаты? Здесь, коллеги, надо разделять финансирование федеральное и региональное, да, в общественной палате. Ну, давайте начнем с того вопроса, который всегда всех там будоражил, что называется. Еще раз напомним всем, члены общественной палаты работают на общественных началах. Бесплатно. Никто зарплату не получает ни в региональной палате, ни в федеральной. У нас Дмитрий... Хочешь быть общественником, копи деньги на билеты до Нижнего. У нас с Дмитрием нет там ни оклада, ни зарплаты, ни премии, ничего. Нам компенсируются расходы на проезд и проживание, но и тоже в отложенном режиме, то есть мы сейчас ездили там с ним за свой счет, ну, потом нам когда-нибудь эти деньги там придут. Как членом Общественной палаты Российской Федерации. Да. Что касается, значит, финансирования Федеральной палаты, этот вопрос был поднят как раз в том числе на встрече с президентом. Один из активных членов палаты сказал о том, что действительно членам Федеральной палаты много приходится ездить и, собственно говоря, там в Москву, и между собой. Президент сказал, что это вопрос, который действительно необходимо решить и дать возможность, собственно говоря, там гражданам осуществлять ту деятельность, которой они занимаются, и, по крайней мере, компенсировать их расходы на это. Я думаю, что нам теперь в регионе, и я буду об этом говорить на, собственно говоря, пленарном заседании, которое у нас будет в Общественной палате Кировской области 28-го, надо по аналогии, собственно говоря, там, с решением президента обращаться к нашим законодателям и к нашей исполнительной власти о том, что финансирование Общественной палаты должно обеспечивать выполнение ею своих полномочий и ее членами в достаточном, по крайней мере, там, ну, разумном объеме. То, что мы имели хотя бы там некоторое время назад. Потому что то, что мы имеем сейчас там с финансированием Кировской общественной палаты в размере 60 тысяч рублей на год, на все. Ну, это, конечно, там, ну, собственно говоря, с одной стороны, демонстрирует такое там отношение к нам, с другой стороны, парализует нашу деятельность. Поэтому надо будет работать с депутатами и с органами исполнительной власти. Но у нас есть, по крайней мере, позиция президента в отношении Федеральной палаты, которую мы можем использовать у нас с вами на пленарном заседании. Я думаю, что мы этот вопрос должны поднимать, и, по крайней мере, там начинается формирование бюджета следующего года, это надо делать. Потому что без коммуникации, без обмена опытом, без обучения, без представления своих проектов, мы так и будем тут вариться там, в собственном соку, и, в общем, особого движения-то происходить
к сожалению, не будет. Будем добиваться, я думаю, что этого, собственно говоря, там, содействия этому и в формате Общественной палаты России. То есть там заявленная Фадеевым позиция по усилению региональных палат, она должна быть трансформирована уже в какие-то конкретные рекомендации или там, ну, может быть, не поручения, но, по крайней мере, там, позиции. Возможно, мы вернемся на федеральном уровне к той позиции, которая была в проекте закона о региональных палатах. К сожалению, она потом на стадии принятия из него пропала, когда было федеральным законом определен там, квота на финансирование. Там было указано, насколько я помню, 5% от размера бюджета законодательного собрания. Угу. То есть бюджет Общественной палаты должен быть не менее 5% от размера там, бюджета ЗАГС-собрания. Мы смотрели, там, для нашего региона это был нормальный, достаточный объем финансирования, который, собственно говоря, позволял нам работать. Поэтому раз Фадеев, собственно говоря, эту тему затронул, я думаю, что в том числе можно к этому вопросу возвращаться, потому что это, опять же, это государственная гарантия там, возможности обеспечения деятельности Общественной палаты и та позиция, которую, собственно говоря, государство по отношению к Общественной палате и к обществу в целом декларирует и демонстрирует. А позиция эта, ну, надо сказать, по крайней мере, вот, там, исходя из встречи с президентом, она не просто позитивная, она такая партнерская, да, потому что когда встреча с президентом состоялась, я ведь хорошо помню, там последние полгода было достаточно много критичных заявлений там, и Совета по правам человека, и фонда Кудрина там, да, относительно того, что Общественная палата не занимается не своим делом, не выполняет свое предназначение. Там, ну, много критичных было заявлений. Александр Владимирович, вообще мертворожденная как бы, орган. И критика там была по порядку формирования, все, ну, много было, большой объем был критичных, собственно говоря, там, деклараций, заявлений и обсуждений, но, собственно говоря, там, президент сказал, что, там, по его мнению, а, собственно говоря, его в том числе была инициатива создания Общественной палаты России в 2005 году, палата состоялась, заняла свое место, он это место понимает, он видит, что палата это место понимает, и, собственно говоря, там палата может рассчитывать на его поддержку. А как он понимает место палаты? Ну, я здесь даже, может быть, процитирую, потому что, чтобы там не ошибаться, да, вот президент прямо сказал, там, она занимается своим делом. А какое у нее свое дело? Она не должна подменять собой ни правительство, ни парламент. У нее должна быть своя ниша, она эту нишу занимает. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти. Это прямая связь с людьми и обеспечение этой прямой связи между органами власти и людьми. Это формирование общественных советов. Он на этом очень дважды остановился. Это немаловажно, потому что я помню, как полтора месяца назад на коллегии Минздрава, по-моему, там, он очень критично отозвался об общественных советах, и у всех уже опустились руки, все решили, что опять все, крест на этом институте поставлен. Только мы начали им заниматься. Здесь он вернулся к этой работе, он сказал, что Общественная палата должна ее продолжать, должна заставить и обеспечить там, общественные советы работать эффективно. Вот. Ну и третье, там, то, о чем он сказал, это работа на местах, работа в регионах, работа Федеральной общественной палаты с региональными палатами. То есть то, о чем там говорил, собственно говоря, и Фадеев. Кстати, по общественным советам, коллеги, вот здесь, что называется, там совершенно актуальная тема. Мы ведь в Общественной палате региона добились того, что мы сейчас, благодаря там принятому закону об общественном контроле, принимаем непосредственное участие в формировании общественных советов, их согласовании. Сейчас идет формирование, по-моему, трех общественных советов: Министерства экономики, управления ветеринарии и Министерства. Еще одно, то есть три общественных совета формируется, но должен воззвать, опять же, там, к нашим слушателям, к людям неравнодушным и активным, недостаточно активности со стороны НКО, которые формируют, профильные организации НКО, которые формируют треть общественных советов. То есть не делегируют они туда представителей своих? Да, обращений, заявлений, предложений, к сожалению, выдвижений кандидатов очень немного. А, собственно говоря, мы за это бились, потому что сейчас общественные советы формируются из трех третей. Треть сам орган власти, треть общественная палата и треть
профильные некоммерческие организации. Так вот, если с двумя первыми третями, в общем, как бы проблем нет, и общественная палата со своими обязательствами справляется, то от НКО активности, на мой взгляд, недостаточно. А, я вспомнил, Министерство социального развития. И здесь, мне кажется, там достаточное количество НКО, которые... Это самая понятная тема большинству. Достаточное количество НКО, которые должны были бы, ну, там, своих кандидатов предложить. Поэтому у меня просьба, там, пользуясь эфиром, зайти на сайт общественной палаты apko43.ru, посмотреть, собственно говоря, объявление о формировании общественных советов и принять в этом активное участие. Чтобы потом не говорить, что мы не можем опять там воздействовать на органы власти. Вот, пожалуйста, прямая возможность, которую мы, собственно говоря, там обеспечили. Я бы хотела задать еще один вопрос. У нас остается буквально две минуты, но тем не менее. Господин Фадеев, надо сказать, что новый секретарь Общественной палаты Российской Федерации — это главный редактор журнала «Эксперт». Мне лично это нравится. Я это издание очень уважаю. И очень многих материалов, в том числе и в какой-то общественной деятельности, использую, потому что редакторы «Эксперта» там региональные занимают активную позицию и сами ведут какие-то проекты. Как-нибудь расскажу об этом тоже в эфире. Так вот, он говорит, что важная задача, которая сейчас стоит, это усиливать общественные палаты на местах, муниципалитетах и регионах, и подчеркивает, что надо увеличивать дистанцию в плане давления власти на палаты. Бюрократия на местах далеко не всегда симпатии относится к общественникам и активистам. Зачастую побаиваться их, надо учить местную власть тому, что работа с гражданским обществом полезна, и побуждать их к этому. Но вот новая команда правительственная за год уже более-менее познакомилась, наверное, с тем, что происходит с гражданским обществом в Кировской области. Более-менее, я считаю. Не основательно, не так глубоко, как нам хотелось бы и желалось бы, потому что вот эта вот настороженность, она в них явно прослеживается. Вот сейчас, коллеги, когда вы приехали с этих заседаний, вы, наверное, какую-то совместную тоже стратегию вырабатываете, как мы с властью будем работать. Ну, вздох такой был. Фиксировали мы его, Андрей Леонидович, с тем, что я сказала. Я согласен с тем, что вы сказали. Я, знаете, когда я слушал Фадеева относительно дистанцирования общественной палаты от власти... В плане давления. Я-то как раз думал о том, что у нас, в общем, как бы не любое дистанцирование полезно, что называется. Потому что мы-то имеем дело с некой существующей дистанцией, которая уже, ну, в некоторой степени мешает коммуникации, да, так скажем. Поэтому дистанция по давлению должна быть, а дистанция по общению должна быть как раз там минимальной. Вот, поэтому думаю, что у нас с вами, опять же, там, возвращаясь к пленарному, будет возможность задать этот вопрос в формате час с министром, да, там, с Владимиром Андреевичем Бекетовым, который у нас... Ой, а Васильева не приглашают на пленарное заседание? Бекетов будет? Ну, у нас с вами, там, как у членов палаты, там повестка есть, там час с министром, с Бекетовым. Поэтому, собственно говоря, будем задавать эти вопросы. Губернатора, насколько я знаю, приглашают. Это уже там вопрос его участия. Ну, не могу сказать. Это надо с Александром Александровичем сейчас коммуницировать. Поэтому... Александр Александрович, кстати, здесь в особом мнении в понедельник. Галицких. Общественной палаты Кировской области. Мы ему зададим вопрос. Ну, я уже потерялся, я ответил на ваш вопрос или нет? Да, да, все будем. Мы будем задавать на пленарном заседании эти вопросы в среду 28 числа пленарное заседание Общественной палаты Кировской области. А сейчас мы благодарим наших гостей: Дмитрия Донского, Андрея Усенко, членов Общественной палаты Российской Федерации от нашего региона. Прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. В начале следующего часа вернемся.